Полицейские в Нринмаре и поселке Искатели провели масштабный рейд. В поле зрения сотрудников ГИБДД попали таксисты, которые перевозят пассажиров без лицензии. В ходе спецоперации легализация правоохранителей совместно с судебными приставами и сотрудниками департамента здравоохранения проверили почти 450 водителей. Из них 31 – это таксисты. Всего полицейскими было составлено 10 административных протоколов. 4 водителя оказались вообще без прав, а вот судебные приставы автолюбителям вручили 9 повесток о необходимости заплатить задолженности. Один водитель произвел оплату на месте.